Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. I'm alone. I'm alright. Всем привет, с вами сегодня Каролина и Герман. Всем здорова, дорогие друзья. Сегодня мы играем в мини-игры. В Майнкрафте. Каролина ко мне сегодня приехала в гости, сегодня выходные. И мы, как всегда, хотим с ней зарубиться в Майнкрафт на сервере, как там, Vastmasters, да? Или как он? Vast World. Нет, Massed World. Вот, дорогие друзья, немножечко простите нас, с английским у меня все туго. Так что даже у Каролины лучше с английским, чем у меня. Да, с моим английским вообще все печально. И сейчас она будет разрывать полностью сервер. Building. Мы пойдем Building Battle. Да, играть. Building Battle. Нужно Чё? Построить. Не можем войти. Наверное, сейчас там игра идет. Кстати, ребята, кто знает, почему вот этот кристалл дергается вверх-вниз? Что-то у нас мы уже перезагружались и что только не делали, мы не понимаем, что он так смыкается, мыкается. Если что, напишите, если знаете. Да, что-то у нас бредятина какая-то произошла. А ну что, она не запускается? Не можем выйти. Там, наверное, у них же игра идет. Уже набрались игроки. Да не факт, может они подтупливают. Да не. Да, вот, видишь, там в онлайн во, все. Было 12 все, зашло. Человек. Нормально. С паркуром у меня все плохо, поэтому я туда не пойду. Я пойду изведывать территории. Итак, дорогие друзья, у нас есть еще идея. Моя идея. Мы хотим поиграть. Вот сейчас ты доизведуешься, что свалишься со скалы. Мы хотим с Каролиной поиграть в одиночный Майнкрафт, в одиночную версию с модами. Построить там дом и все остальное. Ну как, Каролина будет строить, играть, а я буду вместе с ней там подсказывать и все дела. Поэтому, как вы считаете, как вы думаете, стоит ли нам поснимать такие серии? Если да, то пишите, с какими бы вы модами хотели увидеть летсплей такой. Но я думаю, мы там... разовьемся немножко, построим там дом, найдем парочку алмазиков и на этом как бы закончим. Мы не будем делать фуловский летсплей там на 40 серий, там серий 10 буквально так, немного. Вот. Сейчас мы, у нас начинается игра, 5 секунд осталось. Ну а сейчас ворвемся. Кстати, расскажи, как ты проходила до этого. О, свинью надо построить. Да. Короче, я один раз пришла и заняла пару раз первые места. Но потом у меня все пошло наперекосяк. И у меня ничего не получалось. Не то. Вот. Свинья, это тяжко, свинья. Тяжко. Да. Это сейчас сложно будет. Ну ничего, ничего. Я попробую. Может, что-нибудь-то получится. Может, может. Какая-нибудь фигня, да и выйдет. А ничего, что она большая такая, не? Не. Ну ладно, ничего, строй, строй. Да. Я не буду тебе мешать, строй. Кстати, Каролина, когда играла, она занимала неоднократно первые места. Ну, не всегда, но бывало, да. Она вырывалась на первое место. Потому что все хреново строили. Да, кстати, она частенько занимала вторые и третьи. То есть, если первые не получались, вторые и третьи, то есть, как бы брала она, молодец. Она получше меня намного строит. У меня со строительством все печалька. Вот где-нибудь в ПВП я могу там где-то дать всем езды. Но, блин, в строительстве как-то не фонтан реально у меня. У меня тоже. Да ладно, не скромничай, нормалёк. Начинаем строить тело? Да давай, да, я думаю. Что времени? Времени у нас очень мало. Еще не успеем. Я боюсь. Да, потому что некоторые игроки просто не успевают. Ох, копыта съехала. Ай, ну ладно. Да? Ну, типа свинья просто решила съехать со съезженным копытом. Мы можем быстренько, хотя... Мы можем исправить, в принципе, там, где съехала быстренько. Нет. Если успеем, почему нет? Ну, сейчас достроим. Если мы успеем, когда всю семью свинью построим. Да все будет норм. Ничего не случится. Типа,
так и задумано. Задумано. Ладно, давай посмотрим, прокатит, не прокатит. Прокатит, должно. У других же прокатило. Что у нас квадратная какая-то Каролина. Не знаю. Она должна быть у нас продолговатая. Ну знаешь, ты тоже таких строил. Ну да, не спорю, было дело. Мне тоже все не шик со строительством. Ладно, у тебя получше. Так, еще у меня, дорогие друзья, есть одна идея. Ну, во-первых, идея, да, насчет того, что поиграть там в выживалку с различными модами вместе с Каролиной. Ну, точнее, Каролина будет рубить, я помогать. И еще у меня есть идея поиграть самому в какую-то выживалку. То есть я буду играть, и Каролина будет мне подсказывать. Ну, когда там она будет играть тоже, то есть в два очка будем играть. Иногда я буду сам, когда она там будет приезжать, она будет играть. То есть вот такое, то есть у нас будет такое, как бы полусовместное одиночное выживание. Как вы на это смотрите? То есть как вы, что вы больше хотите? Если вы хотите, чтобы Каролина чисто играла, то есть я ей подсказывал, вот как сейчас она это делает, сидела с ней рядом, грубо говоря, выживалку такую. Или вы хотите, допустим, выживалку там, где мы будем играть как бы вдвоем, немного я, немного она, или там, где именно вот она. Но только сейчас говорю, полное прохождение мы делать не будем майна, потому что если, допустим, даже играть с индастриалом, крафтом, то, ну, Industrial Craft не бывает, да, один. То есть это по-любому там Build Craft, Forestry Craft. Но Каролина у меня не знает, что это такое. Она в индустриальные моды как бы не играла. Хотя ты играла, ты мне дом взорвала, да, помню как-то. Да. Да, она играла. У меня был дома ядерный реактор. Она, короче, решила там немного урана там мне подкинуть у реактора. Он так бахнул, полдома разнесло. Хорошо, что бэкап сохранялок у меня был. Ну, вообще-то, это... Как там оно называется? Я уже забыла. Я так давно не играла в Майнкрафт. Я уже не помню, как оно называется. Это чудо-юдо. Если можно так сказать. Кто? Кто? Гаст? Нет. Я не Гаста тогда призвала. Он тоже тебе половину дома разнес. Которые в аду желтенькие такие. Да, 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 да. А, я тоже забыл. Ребята, лайк, кто понял, о чем мы. Желтые такие металлические, с металлическими стержнями. Еще можно палочки, короче, золотые с них добыть. Вот Каролина призвала и разбомбила тоже полхаты нам. Так, что там свинья у нас? У нас что там времени? 56 секунд, Каролина. Я дострою. Смотри. А хвост? Все получится. Не дребь. Не дребь. Так, уши. А глаза слышишь? Да все у нас получится. Ну ладно, норм. 30 сек у нас остается. Давай. Так, где? Вот задница, это хвост надо построить. Ух, я не там начала. Короче, пофиг. Тринадцать сек. Ну все, норм. Да? Да. Ну так, дорогие друзья, что мы получим? Он начинает с нашего. Начинает, блин, да. Блин. С вот красным. С красными летают. Офигеть. Блин. Опасность. Фигово, что с нашей начинается. Почему именно нам так не везет? Что голова такая маленькая? 13 так. Очков, ну блин. Лошадь написали. Почему? Виолетка лошадь написала, что... А чё ты стоишь? Ты показывай людям, не стой. Ты чё, люди же хотят посмотреть то... О, Няша. Ну, не, это лежачие. Не, 24 очка. Ну, нигде ж не написано. Ты голосуй тоже. Я не успела. Ну, нифига, хрюндря тоже. Не, ну мы в этот раз мы запоролись. Не очень. 17. Bad Wars пишут люди. Это что? Это не свинья. Типа любовь все дела. Лицо не видно за этой любовью. Ну да. Не очень плохо. Ну как плохо, ну, так все пойдет. Ну она маленькая, свиньи же такие.
Что-то оно такое кривоглазое, чудо-юдо. Ну да, коса. Блин, не успела проголосовать. 23, слышишь? Повезло. 23 очка. Что-то наши ребята хуже всех. Что это за свинья? Это не свинья. Демон написали, реально, что демон. Пирамида, плохо, да. Сколько поставить? Там 13 поставили. Да, это 25 очков. Офигеть, почему наша так мало набрала? Да. О, типа нашей. Ну, да. На собаку больше похож. Ну, я поставлю хорошо, потому что тут более-менее. Да, нормально. Что за хвостик? ЧВ. Спаси, сохрани, 18. Главное, то набрало больше. Это что? О, это... нифига себе, лянь, типа. Ну, это, мне кажется, читер. Да. Что-то он прям, хотя, может быть, он и успел это все построить. Топ. 15 очков, какой топ, ё-моё. Так, это что? Даже глаз не достроили один. Да, бывают такие люди, то что они просто берут и прям на теле лицо делают. Ну или как там, морда. Мы меньше всех набрали, слышишь? Да. Мы, походу, будем на последнем месте. Свинья, свинья. Кстати, прикольно, ставь ему нормально. Нормально? Ну да. Да. 22 набрал. Почему у нас так мало? Это типа победитель? Нет. Не-не-не. Нет, сколько у нас там игроков? 11? Это... не. Где тут что... как? Тоже грустно. Ты сильно большую начала строить, а не меньше. Взорвали вообще. 14 очков, а у нас 13, и нам не взорвали. Мы набрали. Эта фигня победила? Офигеть. Мы на 11 месте. Ну, дорогие друзья, напишите в комментариях, достойна ли эта постройка первого места, потому что, как мы считаем, что нет, там были гораздо более эпичные да, постройки. Там хорошие были постройки, но это не очень... постройка. Ну, поставили, блин, ей 25 очков. Так, стопы. Давай пока не будем. Слушай, как в следующей серии чё? На Бедварсе порубим? Я не знаю. Это выбирай ты. Давай. Давай, короче. В следующей серии моя сестра Каролина попробует порубить на Бедварсе. Так, билдинг батл. Она сейчас пробовала тащить. Так, ну пока у нас не очень сильно зашло. Да, там была постройка, 14 очков набрала. Ее взорвали, а у нас 13, и нашу не взорвали. Это, кстати, хорошо, нам повезло. Да. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Следующая серия оставляйте... Почему это мы прощаемся? Почему? Что, хочешь еще продолжить? Да. Ладно, давайте. Значит, тогда мы продолжаем. Раз сестра моя сегодня горит желанием взорваться, значит, все, мы взрываемся. У нас ночь. Только сейчас у нас чё 6 там? Часов. В реале 6 часов, а здесь... Здесь уже все. Может, час ночи или еще. Сейчас у нас будет реальная заруба. Вот, время пошло, наконец-то. Так, какое пошло? 120 секунд только. Ну, 6 игроков только. Это вообще не было времени. Что-то мало людей набирается, 6 игроков. Не допрыгну я. Сразу говорю, ребята, что мы снимаем на выходных, потому что сестра приезжает моя только на выходных. И потому то... что у меня лагерь. Ну и не только лагерь. Да, она и жив... школа. Она живет в другом. Сейчас у тебя нет школы, не ври, сейчас у тебя каникулы. Она живет просто в другом поселке, и поэтому не всегда есть возможность при этом мне ее привезти. То есть там различные обстоятельства. Вот. Какой хороший диванчик. Четкий. По красоте. Поэтому мы снимаем на выходных, рендерим на выходных или рендерим в течение недели и потом выкладываю серии. Поэтому вы там сильно там не обессудьте нас. 11 игроков, давайте вырубаемся, вырубаемся, ребят. Бах, все. Погнали. Леопарда. Леопарда. Ой, нет, у меня не получится ничего. Вот, давай лежачего попробуем. Давай, сможешь? Что у нас тогда поставить? Что нам поставить? Мне очень интересно. Леопард, я уже забыла, как он выглядит. Ну. Давай, я загуглю на телефоне. Да, давай. Ребята, видите, как хорошо, когда играете вдвоем. Можно загуглить по фастику. На лошадь будет сейчас похоже очень.
Так, картинки леопарда. Сейчас загуглим. Вон, смотри, как выглядит. Ой-ой-ой-ой. Я не успею. Ой, я не успею. И будет все очень-очень. Ты смотри, плохо. У него пятна ж черные есть. Я вижу, я знаю. Я знаю, я все знаю. Короче. Хвост делаешь? Че? Хвост делаешь, да? Да. Ноги под линч надо будет ему сделать. Окей. Два блока надо в три сделать. Да, вот желтенький, чтобы заканчивался. Так? Желтенький, да. А тут вот у него. Да, еще тут поставь черненький. Вот тут? Ну как на той ноге. Хорошо. Так, что дальше делать мне? Уши? Да, уши как-то надо сделать. Не. Может вот так? Да, давай так. Это уже только на фоне убери тот блок, тот блок убери, вот этот блок. Этот? Нет, вот этот блок, да. Типа это уже ухо. Типа на фоне смахивает. Ты взлети, как ты строишь? Взлети, чтоб ты видела, что ты строишь. Это лошадь! Да, ну да, но как по-другому пойдет? Глаз надо ему, глаз вот, ему надо. Вот, сейчас кнопку возьмем. Какую, деревянную или... Да, давай, да не, вот... Вот, вот это? Да, давай. Глаз ему поняла, вот данный вот тот блок. Вот этот? Да. Ой. Надо по-другому, слышишь, это что-то с не то. А че на, а так ставится? Это... Что за говно? Говно. Может, деревянного попробуем? Ну давай, может... хотя мне кажется, не поможет, дело не будет. Ой-ой-ой-ой. О, кстати. Тут должны быть как бы плакаты или как-то еще можно назвать. Какие плакаты? Флаг или еще. Да не надо. Можно им поставить. Так, 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 так. Ладно. Лучше тот блок сломай, поставь его по-другому. Вот вот этот, на который ты кнопку ставишь, сломай его. Поставь его с другой стороны, облети. Он поставится по-другому. Поняла как? Я не поняла тебя. С той стороны вот так облети. Блин, ну... Да, вот, и вот так поставь. Нет, ты... Да, вот с вот этой стороны. Вверх ногами получается. Да? Нет, на это же место. Разверни его просто. Ставь. А теперь кнопку попробуй поставь. Нет, не получается, да? Да. Что да, облети его с другой стороны, попробуй опять. Что ты делаешь? Что поставим, какое время? 12 часов, 3, 6, 9. Да без разницы. Ну так какое ты хочешь? Да любое ставь, без разницы вообще. Ну, пусть будет вот так. Чтобы никто не разобрал, какую фигню мы построили. Не, ну, уж никак. Ну. Так, ладно, дорогие друзья, мы пока поставим на паузу. Как время подойдет, мы включимся, а то время ж идет. Да. Итак, друзья, осталось 13, ну, уже 10 секунд. Сейчас посмотрим, что нам поставят. Заметили, игроки повыходили, 7 человек осталось. Да, было 12. Мы, короче, не... Наверное, повыходили, потому что сказали леопарда построить. Ну да, скорее всего. Что построили люди? О, давай глянем. Ох, это не леопард. Ну, сейчас давай посмотрим, что наберем. Ставь нормально. Парень старался. Почему пятна синие? 14 набрал. Они же должны быть черными, да? Не знаю. Лети, 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 смотри. Опа. Блин, как же оно. Ну, поставь, ну, нормально, ладно. Да, старались. По крайней мере. Но не как мы. 16. То, что мы вообще ничего. Если не наша выиграет, я просто буду орать вообще. Наша. Вот это наша просто. Взорву сейчас к чертям. Леопард наш просто. Мужики, это бомбезное произведение. Ну да, да, это наша, это наша. Ну давайте, парни. 11. Один. Чё там ГТП? Чё, непонятно, чё он написал. Там кто-то с зеленым летал. Это что? Не знаю. А ну-ка, давай спустим. Чё написано, чё написано? С другой стороны? Быстрее, быстрее, прочитай. Так, я не вижу за этими всеми, а? Мне хрен построить, он написал. Да. Взорвали. А ну-ка, 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 взлетай. Что-то а вообще что не... Здесь?
это... Рыбка. Это лицо? Короче, ставь плохо. Ну это вообще... Очень плохо. Да, что угодно. Очень плохо. Ой, не успела. Ой, как всегда. Так, а мы сколько набрали? 13, да? 11. 11, ну ладно. Это что? О, какой няша. Ставь. Думаю, может, хорошо поставить. Старались. Что сказать? 14. Боже мой. Ай, короче, так же, как и мы, ё-моё. Ладно, так же поставили. Нормально. Нормально, нормально, старались. 11 тоже. Тоже. Как коп. Так, мы на 6-м месте, ребята. Набрала вот это. Это фигня. Ну, она, по крайней мере, ну, не знаю, она вот, но она не похожа, вот лицом вообще. Ну, ладно, парень старался. Мне более-менее понравилось там, где лежачий леопард лежит. Он такой миленький. А, который, ну да, я понял, что ты имеешь в виду. Ну так, дорогие друзья, мы будем с вами прощаться. Мы пытались разорвать билдинг батл, да? Да. Но мы почти добрались до топовских мест, почти 6-е место, тоже результат. Всем огромное спасибо, поддержите нас лайкосиком. Ну, до свидания или пока. Да, ребятки, все, всем до скорых встреч.